С вами Лилия Донскова. И сегодня праздник в нашей семье. Мы получили очередную бандерольку с косметикой от компании Oriflame. И буду хвастаться сегодня, как всегда. И вот наш прекрасный каталог номер 13, в котором масса новинок, просто которые меня вдохновили. И я начну свой показ с моей новой фаворитки. Это туалетная вода. Она называется Happy Dizziac. Такое счастливое название. У нее потрясающий аромат. Очень сочный состав, в ее состав входит груша, египетский жасмин и клубника. И вот, наверное, все-таки клубника с грушей, они просто творят чудеса. Водичка очень стойкая, я уже ее пробовала, и очень красиво стоит на столике, если ее поставить вот так на уголочек, на ладошку, как угодно. Классная водичка. Рекомендую. Тем более она идет по акции. Если вы посмотрите, при заказе на 500 рублей из каталога, вы ее получаете со скидкой 45% всего за 659 рублей. Потрясающая цена для водички. Следующая моя покупочка, похвалюсь, это вот такая классная косметичка. А это косметичка-трансформер. Сейчас покажу, как она выглядит внутри. У меня есть такие классные отсеки, например, можно положить карандашики, кисточки какие-то. Сейчас попробую сразу упаковать. И посмотрим, как это будет выглядеть. И что классно, вот если вы кисточки будете укладывать, ну они, допустим, такие длинненькие, вы можете хвостики кисточек спрятать под пленочкой, чтобы они не пылились и не пачкали всю другую косметику. Внутри есть еще несколько отсеков, очень хорошенькие такие под резиночкой. И самое главное, что к ней еще в довесок идет вот такая вот сумочка. Коробочка, как ее назвать, даже не знаю правильно. То есть вот такая вот классная штучка, сеточка, очень качественная, с кружочками, с белыми, как я люблю. То есть так это все застегивается. Попробую в нее что-нибудь положить. Люблю экспериментировать сразу на практике. Так, сколько у нее всего поместится, еще кусок мыла. И еще один. Так, мы ее закрыли. И вот что у нас получилось. То есть в эту косметичку помещается очень много всякой продукции. Ее можно также поставить посерединке, потом просто извлечь изнутри, и все. И это еще тоже не все. К ней еще идет дополнение, вот такая вот косметичка, тоненькая, маленькая, на молнии. Внутри она тоже вся розовенькая. В нее можно всякие мелочи положить тоже. Ну, чуть-чуть никаких мелочей не осталось. Ну, например, туши, любимые тени положили, закрыли. И тоже можно убрать сбоку, пристроить. То есть, в принципе, в эту сумочку у нас все-все-все так прекрасно помещается. Вот, и все закрыли, взяли за ручку и пошли. Получится такая классная штучка. Дальше. Что я рекомендую, обратите внимание, в каталоге идет сейчас акция. Две краски, потрясающие краски, идут по цене одной. Сейчас я вам покажу сразу. То есть, если отдельно одна краска стоит 570 рублей, то сразу две вы берете за 569. Очень выгодная покупка. Если отнять нашу скидку, которая с этого каталога уже не 18, а целых 20%, то цена одной красочки получается всего лишь 228 рублей. Балуйтесь себя, девочки. Краска великолепная. За что я ее полюбила? Вот после нее волосы просто волшебные становятся, гладкие. Она прекрасно прокрашивает седину, и за счет того, что в состав краски входит льняное масло и омега-3, волос становится идеально гладкий, шелковистый, очень красивый. Краска, кстати, очень долго держится. Вот. И вы можете также посмотреть мое видео, как я окрашиваю волосы в домашних условиях. И еще я взяла вот такой вот пакетик-пробничек. Это масло для волос, которое выйдет только в 14-м каталоге. Я сейчас его уже попробую. И в следующем видео расскажу вам свои ощущения. Я считаю, что уход за волосами – это очень важно, на первом месте. А далее, что я заказала? Это шикарный такой набор, пока я его еще не открывала. Бусы, ожерелье такое, и к нему серьги. Очень красиво, потом поближе сделаем классные фотки. И очень необычный мой заказ, это долгожданный
мед и молоко, долгожданная любимая серия. Вышел новый крем для душа с потрясающим любимым ароматом. Сегодня опробую. Он очень такой густой, концентрированный, необычный дизайн, очень приятно в руке держится. И классное жидкое мыло. Смотрите, какое оно концентрированное, то есть так тяжело перетекает. Достаточно одной капельки, чтобы помыть ручки. И это мыло, оно крем-мыло, то есть руки после него не сохнут, а наоборот становятся увлажненными и классными. Ну, конечно же, я взяла с последней странички, не удержалась в такой цене, всего 79 рублей гель для душа, а такой тропический, знойная Танзания называется. Вот так он выглядит, кусочек мыла. Тоже я люблю гели, всегда мы заказываем разные, которые выходят, пробуем все. И у этого такой приятный, кстати, очень цитрусовый аромат, такой свежий, обалденный, зебрина. Сегодня будем пробовать. И немножечко аксессуаров. Это, конечно же, сумки, новая сумка, и к ней идет шарф такой вот шикарный. Сумку ее вот ничем не наполнивает, поэтому непонятно, какая она красивая. Давай ее наполним косметичками, чтобы увидеть ее объем. Сейчас я в нее все загружу. Вот так она будет выглядеть. Достаточно объемненькая, пухленькая, прикольная сумочка дамская. И шикарный платок. Сейчас я вам покажу, какой он прикольный. Он квадратный. То есть, что мне понравилось, это квадрат Малевича. И разного цвета точечки. Точечки, приточечки. Его можно завязывать по-разному, как угодно. Больше всего мне понравилось качество. Его просто не хочется даже выпускать из рук. Такое вот приятное, теплое, согревающее. И при этом оно не мнущееся. То есть, как угодно его можно смять. Потом вы расправите, встряхнули, и он опять будет шикарный, радовать глаз. Под любую одежду украсите черное пальто, серое, и если подобрать в тон, голубенькое, малиновое, желтенькое, зелененькое, то есть вообще актуально под любой наряд. Это мне понравилось. Следующая прикольная штучка – это сумка. Вот, ребят, реально по ощущениям, как будто это кожа. Мягкая, очень классная, приятная на ощущение такая сумка. Тоже внутри она, как обычно, нет никаких лишних кармашков, только два для телефона и один под замочком для всяких мелочей. Сумка очень красивая, и к ней идет такой же классный кошелечек. Очень необычный, для мелочей есть, что радует, отсек такой вот, для визиточек. А где для больших денег? Вот здесь, наверное. Такой вот необычный, кстати, очень дизайн. Все подходит по цвету. И, конечно же, у меня еще есть один аксессуар. Это такой трансформер. Мы чуть попозже снимем отдельное видео, как это все одевается, наряжается. Я вам хочу сейчас качество просто рассказать, что какие вот ощущения вызывает. Такое тонкое, согревающее, очень уютная ткань. Как будто даже ручной работы, так это выглядит все. Прикольные пуговички, они как будто бы сделаны из дерева, но на самом деле они пластиковые, как будто это такая резная работа. Очень изысканная вещь, я уже ее померила по-всякому, чуть попозже покажем, как это еще выглядит круто. И, конечно же, у нас в заказе витамины. Наши любимые Wellness Pack, мужской для Миши и женский для меня и дочки. Витаминки пьем всегда, потому что благодаря им это первое великолепное самочувствие, потрясающая кожа, волосы растут очень быстро и просто такая вот энергия, позитив, классное состояние. И очень здорово они укрепляют иммунитет, то есть повышают иммунитет. Рекомендую. Это даже, ребят, это даже не баловство, а это жизненная необходимость пить витаминки, чтобы быть здоровыми и красивыми. Ведь вы же хотите быть здоровыми и красивыми всегда. Wellness – решение всех вопросов.
Вот и все. Спасибо вам за внимание. Приятных покупочек. Балуйте себя, радуйте. Вам всего самого классного. До встречи. Пока-пока.